синим поясом. Третий юношеский разряд. Спортивный клуб «Ярофолк». Встречайте. Оппозицию. Поберенков Денис. Оппозицию ему составит Денис Поверенков, вот представитель СК «Ярофолк». Давайте поддержим бойца. Также хотел заметить, достаточно много хороших и сильных спортсменов я знаю из спортивного клуба «Ярофолк», которые добивались серьезных результатов на международной арене и на всероссийской. Но мы как раз можем с вами просмотреть то, что уже это не первый спортсмен, представитель СК «Ярофолк», который вышел в финал. Да, несмотря на все, да, в основном здесь представители Московской области, Москвы и ближайших регионов. И вот город Пермь, достаточно издалека приехали к нам. Да, и вот да, ребята и захотели, так скажем, сразиться со, с нашими спортсменами. Сдают свисток, и спортсмены приступают к работе на ринге. Итак, спортсмен с красным поясом сразу демонстрирует прекрасную бросковую технику, переходит на удержание. И пытается... Пытается его провести. Да, за ковром, видимо. Считать удержание синим. Да, удержание произвело... Скантрил боец с синим поясом Денис, и теперь удержание выполняет он. И удержание засчитывается, так как да, да. Соперник еще находится, в зоне, да, на ковре. Находится на ковре. Двадцать удержаний засчитано. Так, счет становится 2-2. 2 балла синему за полное удержание. Да, достаточно равный поединок. Бал красному. Выход у синего. За пределы ковра. Замечание синему. Счет уже 3-2. Впереди боец с красным поясом. Миронов Ярослав, и он увеличивает преимущество, но на контратаке очень уверенно встречает его Денис. Внимание, Щербаков, тем самым заработав балл и сравнивает счет. Кто готовится? Балл красному. Небольшое преимущество, да, у бойца из Перми. Вот Ярослав серию ударов выполняет и зарабатывает 2 балла. А, нет, 1 балл. Сейчас мы наблюдаем поединки возрастной категории 12-13 лет. У нас еще впереди 14-15, 16-17 и 18 и свыше 18. Вот, достаточно серьезные нас с вами ожидают поединки, интересные, захватывающие. И динамика, естественно, будет возрастать. Да, молодые спортсмены немножечко разогреют нас сегодня. Вот. А старшие ребята 18+, покажут, я надеюсь на это, всю красоту рукопашного боя. Подсел боец с красным поясом, Ярослав. Удар в захвате не оценивается. И вот он переводит красивый достаточно бросок, соперника на канвас. И опять держит, переходит. Но удержание было защитное. Ему нужно переходить на болевой. Не успевает он в течение 5 секунд перейти на болевой. И спортсменов поднимают стойку. Видно, что да, разносторонний боец. С красным поясом. И бьет ногами, руками. И в то же время борется очень хорошо. Где нужно побороться, побориться. Где обменяться ударами. Плотные лоу-кики работы боец с синим поясом. Но они у нас не оцениваются.
Хороший обмен на самом. Ой, бай, красивый бай, амплитудный бай, бросок продемонстрировал у нас Ярослав, представитель города Пермь. При том, что начинал бросок, кстати, боец с синим поясом, да? И скантрил. Скантрил, да. Одержал боец с красным поясом Миронов Ярослав, город Пермь. Так, и кубок города Москвы по рукопашному, кубок мэра города Москвы по рукопашному бою отправляется у нас в возрастной категории 12-13 лет, весовой 52 килограмма, город Пермь. Да. Судья Фомичев остается. Поздравляем мы тренера и спортсмена с таким успешным и ярким. На судейской бригаде приглашаются Матвей. Так, и победой. Поздравляем, молодцы.